Так, ну что, друзья, это у нас вторая часть, вторая заруба. Сегодня, конечно же, у нас Мартредка, команда Мартредки против команды Террорблейда. Играем теми же составами и теми же пиками. Я надеюсь, катки получатся, катка, вернее, получится не хуже, чем была та катка, которую мы играли в прошлой части. Я думаю, это видео, в принципе, я разобью на две части, которые вы сейчас смотрите. Это у нас вторая и первая. Да, я думаю, я мид пойду, думаю. Парни. Там разберетесь. Хорошо, я пойду, в общем, на мартретке центральную. Я думаю, это будет более чем нормально. Посмотрим, как получится. Возьмем хил вот так вот. И вот такие деревяшечки. Отлично, все, есть. Венга, пятерка. В принципе, можно венгу. Луна, тут проблема с луной. Или, смотрите, или как можно поставить? Виндра. Виндра, Мортра. Тракса. Ну, луна, в принципе, можно было и луну на центральную поставить. Да, можно было разбавить так. То есть, допустим, венга. Венга, тракса. Виндра, луна. Тогда пусть стоят. А я пойду на центральную. Или наоборот можно было. Нормально, нормально. В принципе, интересно будет. Ребятки, не забудьте посмотреть первый видос, это реально очень-очень годная тема, очень годная получилась катка, прям лютейшая, лютейшая. Я не знаю, сейчас надумаю все-таки на две части, на два видео разбить. Не забудьте первый видос посмотреть, он реально очень жесткий, там с такими камбэками на террорблейдах играли. Это прям лютая вещь. Надеюсь, такой контент вам заходит. Ребятки, не забывайте обязательно поставить лайк за такое старание, если вам нравятся такие видосы. Вот, просто вы сидите, кушаете и смотрите видос. Почему бы и нет? Так, ну что, готовимся мы, ребятки. Готовимся. Кстати, можно было Рошана забрать, наверное, на первой минуте, да? Хотя нет, дамаги не хватило бы, танка нету. Виндранка подтанчила бы потом Яни. Не знаю, жесть. Короче, лютая катка бы. Так, ну, походу, там парень на Гаргоне пойдет центральную. Пойдет центральную, жесть. Вот это от первой катки до сих пор не отошел, ребятки. Прям лютая игра. Два, вторая часть будет. Прям два видоса лучше сделать, мне кажется, будет намного интереснее, чем один видос какой-то, знаете, такой. Чем такой один видос, который, возможно, даже не посмотрят. А исходя из второго видео, могут посмотреть и первое. Поэтому как-то так, ребят, потому что там реально очень классная катка. Такие катки не каждый раз увидишь. И поэтому я считаю, что, ну, прям годненько. Так что, ребят, поехали. Команда Мартредки сегодня выезжает против команды Террорблейда. Погнали. Посмотрим, что мы будем делать с Гаргоной на миду. По идее, ласт хит, но там змея будет еще. Змея будет очень сильно душить. Змея будет душить очень сильно. Опа. Брат, она уж тебя не... Она уж тебя на первых левелах вообще не скачет. Хорошо. Если давайте промах возьмем. Она будет душить. А можно промахов побольше, да? Так, есть. Это вот все равно, наверное, брать щиток. Правильная Гаргона не будет давать покушать тут на меду. Покушать на меду не будет давать. Так, хорошо, промах сыграл. Промах сыграли свою роль. Ой, ФБшку пацаны делают. Оп, хорош. Размен хитпоинтов. Опа, я крипчика заберу. Хорош. Не забрал, печалька. А, выгоняет меня с мида. Молодец, правильно делает. Хил С. И С-шку еще возьмем сейчас одну, да? Оп, хорош. Ой-ой-ой, там душат пацаны. Сларк 2-0. Сларк 2-0. Но Сларк, кстати, проблема для меня будет, я так думаю. Если плохой мид будет, то будет проблема. Будет проблема. О, Сларка забрали таки, наказали. Пацана. Наказали пацана, он больше не наберет. Хорошо. Тикток войска. В здании. Драться. Давай я ману солю, брат. У тебя скрипами тут хорошо прям так. Оба. Хорошо. По ласт-хиту у меня, по-моему, тут получше, я считаю. Чем у Наги. Чем у Наги Гаргоны. Извините. Извините, быканул. Чем у Наги Гаргоны, будет правильнее сказать. А то говорит, чем у Наги. У Наги Гаргоны. О, Last Hit говорит получше, Хинайз. Одобряю. Хорошо.
Выгоняем теперь. Моя очередь выгонять. Неси себе хил. Ману. Желательно не пушить еще, было бы вообще кошерно. Так, курочка. Есть. Кстати, может сейчас она не выйти. Задушу все равно. Да, 6. Если б не крипа, я бы, думаю, выжил бы. А то я смотрю, я могу хилочку накинуть. Но все-таки я подзадушил ее. Нормально. Но сейчас она придет в пуловое, это будет тоже плохо. Ладно, главное, я взял сапог себе, взял экспу, взял золото. Все отлично. Все отлично. О, тут, кстати, не та линия. Вот этого надо убирать отсюда. Это фит-контора будет. Так, хорошо, погнали. Погнали. 4 левел у меня. 5 уже почти. Он в меня змею кидает прям. Он хочет, чтобы я прям задушился этой змейкой. Нормально, 5 левел у меня почти. У нее 4. Гаргоны. Хорош. Чуть-чуть подразменяем хп. Он разменивает, разменивает прям люто. 140 маны еще на змею хватает пока что. Но у нее змея по-любому не подраскачена. Смотри, как душит. Смотри, как душит. Опа. Это ошибочка, брат. Ошибочка. Перегазовал, парень. Перегазовал. Так, ну в миду драка прям серьезная у нас тут. Вот, прям приспешники Фирблейда пока что слабее. Так, вот это пока закупался, кату прогулял. Базы есть, сейчас будем выгонять ее прям. Все-таки то, что ва-банк первый раз газанули, это нам в пользу, парни. Ва-банк газанули в пользу. Кидай змею. Драться давай. Не потянешь. Хорошо, еще критуля. Я живу тут, по идее, да? Пилочек на лицо. А, отлично. Хорошо, ну будем, походу, тащить эту катку. Тащить эту катку будем. Она, в принципе, сейчас по КД должна умирать. Манту может тут сделать, там слотдар еще. Манту сделать, я думаю, можно будет. Давайте в райсбендик возьмем. И хилочку. И ману одну надо будет взять. Отлично, все, затарились. По рунам, что там? Чистенько по рунам, идти некуда, поэтому фармим. Стоим, линию не пушим. Линию стараемся, наоборот, отпушить, чтобы я не стоял у нее близко к тавору. Чтобы я не стоял близко к тавору. Все будет огонь, парни. Все будет огонь. Спасибо всем, кто смотрит эти видосы. Это жесть. Вот это заруба интересная, конечно. Первая катка прям в наших сердцах. Но эту катку надо быстро затушить. Эту катку надо быстро затушить. У нее 4 левел, в принципе, че ее бояться? Там 160 маны еще. Одна тычка, но если не забирают, то ГГ. То ГГ. Нет было критов. Был бы крит, кстати, забрал бы, скорее всего. Чуть-чуть не хватило. Парни, чуть-чуть совсем. Можно было там попытаться на дагер насадить, но у меня стиков нету, я не смогу подхилиться. Это первый момент. Второй момент, что у меня не хватает. У меня нету хила. В случае, если бы я даже хорошо там подтанчил, то можно было бы как-то, да, там бускнуть. Го, попробуем догнать ее. По иллюзиям, если что. По иллюзиям, если что. Ага, догоняю, догоняю таки, отлично. Иллидан где-то здесь, но нашли Гаргону, приспешницу. Хорошо. Кто-то здесь еще идет. Давайте выхиляемся и пойдем. Выхиляемся и пойдем. Отлично. Там Нага. Там иллюзия. Нага пошла встречать. А где Тироблейд? Лиса что ли гоняет? 5-5. 5 левел 1-1 ТБ. Не знаю, лиса гоняет походу. Слушайте, ну старт очень хороший. Старт очень хороший. Пока что фармим. На миду фармим, пацана. Так, сделаем, давайте. Если что, ТП-шку держим для ребят.
Там есть? Там магии есть? Там магии толком нету, парни. Там только этот, Сларк с магией. В принципе. Можно попробовать, знаете, что сделать? Маднес. Без Маднес сыграть. О, крит какой. А тут по Т-шке смело, по-моему, можно убивать. О, еще крит пьером, прикиньте. Жесть, ну тут на миду помощь нужна, на самом деле. Я в расходниках сижу тут. Хорошо. Луна там кого-то душанула, там кто-то по речке идет. Кто-то по речке идет, с Лордариха. Так давай. Давай, брат. Да ля, как она критует. Ля, как она критует у меня сегодня. Ну прям дурочка. Бешеная. Ужас. Давайте через мом сыграем, парни, наверное. Там, в принципе, нету такого дамага, которого я, в принципе, боюсь. Сейчас молния. Ой, молния. Змеюка очень сильно ударит. Че, на базу, наверное, сходим, парни? Гоу добьем в лесочек. Хотя нет, че, я на базу пойду. Овныч, душим пока что, ребят. Ой-ой-ой. Слардариха, да, идет? Опять он мне змею кидает. Не надо мне змею кидать. Вот змея может только домагнуть меня хорошо. ТБ пришел. С ПТХ, да? Ой-ой. Я убегаю тут в любом случае. Только не критуй. Прикинь, я сейчас подумал, что как кританет. Она может. Хорошо. Хорошо. Так, есть. Чуть сейчас тут подобьем. Есть. Все, можно идти на базу. Ой, ГГ. Но я типа миссинг не написал. Я не за... Если честно, на ласхите был сосредоточен. Сорян, парни. Сори. Там тайт может поддамажить. Ох, ля, забрал такие, красавчик. Так, ну что, ребят, есть Маднес. Маднес, Ларк фрифармит, да? Че качает, парень? Можно сейчас... О, ТБ тоже задушили. Жалко, Мартретка не имеет вот этого рейндж дамага. Это жалко очень, конечно. Ля, ребята душат. Ой, красава, вообще жесть. Мужики настоящие. Рошу. Гоу, парни. Топ. Прокса. Прокса, Винга, го. Я взял Маднес, нормально, сейчас задушим Рошу быстренько. Отлично. Но эта катка, походу, будет легкая. Если прошлая была прям потненькая, то эта катка будет полегче. А, нету ТП-шки, блин. Я бы туда пришел сейчас. Подзадушить. Сларка бы задушили, всех бы задушили. А попробуем, может? Не успел, прикинь, надо отвернуться от Стонгази. Хорошо. Отлично. Есть. Там еще Сларк. В кустах. Вон он. Хорош. Есть. Товер, Го и Рошу. Вот это, конечно, хороший буст у меня начальный. Венга ауру будет очень хорошо добавлять дамаги. Давайте. Включаем Аквилу и погнали. Аквилу. А до тавр заклинаем. Товер и го. Манту некстом. Все, гоу. Гоу. Тракса у нас второй кор идет, я первый. Первый, второй кор это Тракса. ТБ там на топе работает, армлет будет делать, просаживать будет. Вот. О, возьми, бери, Венга. Пусть она на XP. Хорошо. Берите. Я возьму АЕ. Топорик лучше выкину. На топ ТП сделаем, если что. На топ ТП сделаю. Хорошо.
Мид Т-шку можно, да? Смело Т-шку мид. Там с Лорда романа нету, кстати. Да ладно. Прикинь. Ну, вряд ли с Лордара догоню. Ужас. Хорош. Вот это задушено. Умираю, да? Попробуем откайтить. Не откайтиться так? Не откайтилось. Товер. Хорош. Венга молодец тоже. Под себя. Ну, два фрага сделал, почти три. Почти три фрага сделали. Пойдет, и табор сейчас запинаем. Так, Яшка есть. Типа карты, 83-й карты билд. Дальше манту. Манта нужна тут просто мастхэв, я думаю. Но там только единственная Гаргона будет манту диспелить. Но мне в целом мне нужен диспел амплификации. Т2, го. Хорошо. Мы золото сейчас поднимем с этого. С пуша товаров очень много. С пуша товаров много золота поднимем. Так, сделал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я умер, да? GG. Стангейс я получил в лицо чисто. Но ребята запушат. Два раза я сдох, к сожалению, парни. Пуш-пуш-пуш. Смело. Тут тянуть нельзя. Я уже научен. Научен тем, что очень тяжело потом дефить. И тянуть эту катку нельзя. Но нормально, нормально. Душим пока что. Зря, мне кажется, Тракса ТП сделал. Забрали бы Т-шку, ушли бы. Забрали бы Т-шку, ушли бы. Мид ломается. Топ ломается. И с следующим Рошаном, я думаю, зайдем. Яшка у меня есть. Маднес все-таки дает ей много очень потери здоровья в мартретке. Пока не раскачаешь блюр, нету никакого баланса. Очень много фида получается. Ну, два раза, да, в принципе, не топ-фидеры, нормально. Венга молодец. Так, Яшка имеется, гоу центральный, что-то там, какая-то суета. Хорошо. О, так ты тоже туда же. Бро, ты шо? Ох, как застилил-то четко. Шекель летит. Луна залагала. Плохо. Один спирит. Ну, в игре вроде показывает. А, стартит. Кик. Там дроп. Стартит. А, 18. А, не. Сек. Я ошибся. Ждем. Но минусуем. Ну, доигрываем в любом случае. Печалька. Я думаю, мы, в принципе, вчетвером закончим тут. Такой Хиназис доволен, думает, четвером закончим. У Дузы, по идее, есть тангейс. Если есть тангейс, разворачиваюсь. И все. Один спирит. Ждем. Ларк проблемой будет, но чуть позже, поэтому надо... Надо сейчас, в общем, поработать по товарам. В общем, стратегия такая у нас. Поработать по товарам, собрать золото и зайти на хайграунд и сломать. И также будем заходить. Если все будет отлично получаться. Но сейчас манту надо, сейчас в любом случае манту надо сделать. Будем скидывать амплификацию, будем драться. Сларк потом будет отлетать тоже хорошо. Башер надо будет сделать next. Там после манты башер и все, и БКБ. Уфу. Пик. ГГ. Интригу убиваешь, говорит. Не-не-не, нифига. Я уже научен, пацаны. Так что ломаем вас. Хорош, кайтанула. Сларк, да, там еще? Отлично.
Не-не-не, брат, бэкэнд. Уф. У нас четверо осталось, интрига в любом случае тут ломается. Блю раскачали. Хорошо. Даже не спрашивайте, почему в этой катке Madness, парни. Потому что там особо magical урона нету, там только физикал. Решил Madness собрать, почему нет. Хорошо. Манта есть. Сларк Лотар, скорее всего. Кто-то есть тут. Понятно, бери. Бери. Апай экспу. Так, экспа максимально хорошо апается. Так, ну у нас четверо, к сожалению, осталось, ребятки. Луна там. Маднесы. Имеет. Чалька. Аганим Виндра делает. Манта есть. Можно поесть. Башер next там. Да, жалко ливнуло. Было бы более полноценная катка. На 4 на 5 хз. 4 на 5. Там на миду. В принципе, справляется, я думаю. Нас два. Так, у нас тут четверо, брат. Нас четыре. Манта еще. Нормально, не парься. Скину. Ходим, хорошо. Ля, какая хитрая. Это ГГ. Это ГГ. Ля какой. Ляша сделал, замедлил сразу. Ну да, надо было ТП давать. Надо было ТП давать. Ладно. Все, гоу, пятером. Низ таки добьем. И ГГ. Жесть. Надо ЛТПу давать. Кто знал. Возьми ПТХу еще до кучи. ПТХу. Да, вот так вот. Гаргона пристопила меня. Пристопила меня Гаргона. Вот и Кихена по приколу говорит. Банлись сразу. Так, ну что, ребятки, ситуация такая. Ситуация такая, тяжело будет. Го вот такие, говорит. Так, вот такие пишутся только союзные команды. Ой, союзная команда, ну вы поняли. Го. Иди сюда, сладенький. Не успел откатить. Хорош. Пойдет. Даже манту не юзали. Го ХГ побьем. А где остальные, говорит? Остальных нету. Душим. В ХГ, мне кажется, изи зайдем. В изи зайдем в ХГ, мне кажется. Хорошо. Бей-бей-бей, бараки. Бараки бьем тупо и уходим. О, пусть. Правда, могу сдохнуть. Сейчас там газе поймаем. О, найс. Бежаем. Убежаем или не убежаем сегодня? Убежаем. А не, я бы. Там жестко. КП нету уже на драку.
Рошу надо. У нас Виндра нанизу, да, но это втроем было. Оппоненты в прошлой катке более сдержанные были. Ой, более сдержанные, более слаженные. Сейчас башер надо, парни. За счет башера. Надо двигаться. Хорошо, почти есть, в принципе. Мид го, заход. Жесть там комбинация лютая. Или Рошу. Рошу. Рошу ждем. И го. Я возьму Аегу, с Аегисом сейчас задушим, парни. С Аегисом задушим. Быстро очень фармится под Маднесом тоже. Я уже и забыл, насколько это прикольно с Маднесом играть. Быстренько нарезал. Опа, есть. Стики оставим на базе. Так, хорошо. Хорошо. Надо Маднес добить. Ой, Маднес, Башер. А че, уже собрал Башер? Лол. В смысле? Б. А че, я два этих купил? Ладно. Прогулялся. Так, надо сентри. Соберитесь. Вместе. Слардар очень быстро дагер поднял. В прошлой катке Слардар в нашей команде медленно поднимал. Там Нурошан, походу, да? Заберут они. Так, Виллинг Блейд. Белт. Продаем. Не знаю, как я... Когда я успел Блейд еще один купить? Так, вот это берем. Сентрики. Пятером. Пятером надо, парни. Никак иначе. Пока нету МКБшек, надо работать. МКБхи будут, ГГ. Проигрываем. Сразу, просто, мгновенно. Если бы не нажал, кстати, было бы намного интереснее. Что, на Астон Гейс нажал? Понимаю. Хорошо. Ух. Дай, да? Дай, да? Тайгер не дает кинуть, но я очень быстро. Ля! Ну топ. Топ забрать можно. Нормально я там раскритовал. Жесть. И мид можно быть. ТБ еще тут, да? Мид пушим. Вот это я там раздамажил. В принципе, даже БКБ можно не делать. Скади лучше сделать и все. Это минус смелый. Хорош. Отлично. Пацаны, там ломают, я тут сломаю. Отлично. Хорошо, пойдет. Жалко, что нас четверо. Неполноценно немного получается, но все равно. В целом сквад. Mortred сквад работает. Отлично, сломали там. Ломаем тут. Надо уходить отсюда. Нету блинка у меня. Я только максимум так могу помочь. Топ сломаю лучше. Пока пацаны дерутся, я топ доломаю. Ну, нету на блинк у меня маны. Задушу. Хорош. А блин, нету ман. А зря я остался таким. Б. Зря остался я. Надо было уйти. Там Нага сетку кидает и все, ГГ. Нага сетку и ГГ. Так, 60 секунд реса, в принципе, минус две стороны. Но Свенга молодец, лотус имеет. Стики. Ребята, мы же Рошу хотели, снесли два лайна. Пойдет. Пойдет. Все-таки нормально там подконтривают, прям очень жестко. Люто получается тем, что просто накидывается сетка, я не могу ничего сделать. Но мы сейчас с жиру уплотнимся, скорее всего, скади будет, парни. Или сатаник лучше. Маднес тоже хорошо, но сатаник тоже отлично будет. Нам один заход, и мы закончим катку, я думаю. Один заход, и катку закончим. Пойдет. Слардар дагер, конечно, это страшно.
Ой-ой-ой, так задушить еще можно. Да, я рез. И гоу. Скади, наверное, сделаем. Манта как бы мантой, да, там стонгейз. Если я живу в стонгейзе. Сейчас подвяжет, если. Ой-ой-ой-ой-ой. Славдар подсейвит, не успеваю Славдар подсейвить. Жесть. О, там сларки. Отлично. Должен успеть напихать, не успеваю. Ах ты, Криса. Не успеваю, горошу. Пофиг. Хорош. Аквилу можно будет продать. Ага, нету, да, еще Роша? Плохо. Нету Роши, еще ждем. Пока фармим. Пока фармим и ждем Рошана. Низ лучше фарману. Я низ зафармлю. Хватит, по идее, на скаде. Да что ж такое-то? А, нормально. Отлагивай давай, это что такое? Вы что, роплите? Пацаны, надо доиграть. Хорошо, почти есть. Отлично. Там Венга фармит, да? Это крайне контент. Сейчас чуть скади. Единственная проблема, Террорблейд может это все перевернуть, мой скади. Хорошо, вижен дали. Есть. Мы можем сегодня на стриме, да. Колтешку. Скади зачем-то реюзает. Хорош, подвязал, постоит в соне. Во сне. Голубая луна. Хорош. Это иллюзия. Ух, нифига он ее натыкал. Гоу. Эх, не успеваю нажать кнопку. О, нифига себе ты махаешься. Хорошо. Зарубили. Вот это я понимаю. Ну, ГГ. Третья сторона. Третья сторона. В сторону. Инвиз, неуязвимость. В сторону заходим. Вообще, за сторону сентов нельзя ошибаться. Мы за один заход просто сломаем. Так, ну Тракса не должна умирать, по идее. Так, смотри, убегает. Куда, братец? Креветкус. Один поле не воин. Хорош, ребятки, ну блин, эта катка на самом деле тоже такая. Тут, блин, я не знаю, как мы первую камбэкнули, но вторая такая получилась у нас попроще, знаете, типа, рили очень простенькая катка получилась. Ой, 1300 крит на лицо, тут как бы, ну, ГГ, без шансов. Без шансов. ГГ, там топ еще остался. Давайте топ не будем допушить, рапирой зайдем, закончим. Хорошо. Не допуш. Хорош. Ох, как кританула хорошо. Оп, есть. Пойдет. Дефайтесь. Дефайтесь, пацаны. Вот так надо было душить, да. Пусть дефается. Деф. Деф, пацаны, пойду рапиру куплю. Блин, ну первая катка прям пушка. Первая катка прям пушка получилась, парни. Вторая катка, ну, в принципе, вторая катка за этот клан, за сквад Мартретки, такая и должна быть, максимальная. Чисто под от Душенскому. Нифига, чел пишет, ты мне еще слот дай за то, что мы тебе в видосе помогли. Нифига себе, чел на шею сел, ничего себе. Ребят, в общем, катки удались
Контент записан. Надеюсь, вам такие игры заходят. Сегодня все-таки победила Мартредка в моих руках. И Террор Блейд в моих руках также победил. Не знаю, может быть как-то по составам, может быть как-то по геймплеям. Но жалко, что, конечно, вот тут вот так получилось. Но в целом ничего. Смотрите первую катку, ребятки. Первая катка лютая. Не забывайте еще поставить лайк, так сказать, репостнуть этот видос другим ребятам. Пусть посмотрят. Тоже очень интересный геймплей получился. Ну и в принципе все, ребятки, с вами был Ксеназис, друзья, и до скорого, не забудьте посмотреть первую катку. Итак, друзья, вот такая вот у нас получилась вторая катка, она получилась не такой сочной, конечно, как первая, но в целом тоже интересно. Те, кто не видели первую катку, реально рекомендую, парни, перейти вот сюда, кликнуть и посмотреть. Серьезно, очень лютая катка, обязательно поставьте лайк там и, парни, попрошу написать комментарий. Какую зарубу вы хотели бы еще увидеть? Среди каких героев? Может быть, наги против там людей или еще что-то? И мы такой видосик запишем. Братцы, спасибо всем за то, что смотрите. На этом все. С вами был Ксеназис и до скорого.